три. Продано! На аукционе собрались известные и уважаемые люди города. Те, которых объединяет щедрость, доброе сердце и желание помогать людям. Большой вклад в организацию внес бизнес-журнал «Автограф». В рамках аукциона было выставлено 10 лотов. Свои полотна представили Евгений Октябрь и Василий Кукса. Алтайский музыкальный театр выставил уникальный эскиз к спектаклю «Баядера». Спортсмены Александр Ерохин и Сергей Шубенков предложили поторговаться за свою спортивную форму с автографами. Также были представлены 5 шарнирных кукол, выполненных мастером по заказу партнеров журнала. Каждая кукла отражала идею, миссию компании-партнера. Это предложили автограф сами. Они просто позвонили и сказали... Мы сделаем. Я сказала, давайте. Я просто хочу сказать с Богом, и все прошло хорошо. В Алтайском крае Республики Алтай около 2000 детей со страшным диагнозом онкология. Часто у родителей нет средств на дорогостоящие лекарства. Одна упаковка может стоить несколько тысяч рублей. И, конечно, детям в больничной палате не хватает гаджетов для общения с внешним миром. Они помогают хотя бы на время забыть о болезни. Генеральный партнер аукциона «Банк Восточный» на протяжении 8 лет помогает тяжелобольным детям и сиротам. На этот раз банк вновь исполнил чью-то большую мечту. Наш банк имеет свой благотворительный фонд, называет «Восточный». Мы постоянно помогаем детям. Сегодня мы как раз будем вручать ноутбуки детям с ограниченными возможностями. Свою спортивную футболку передал полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин. Кстати, жена барнаульского футболиста сама стала участницей аукциона, купив 3 лота. Один из них – кукла ручной работы. А хочу оставить дома. Мне очень понравилась идея куклы. Там у Глашеньки можно посмотреть, там есть птички. И она сама такая милая. Я оставлю дома, я буду любоваться. Всего за один вечер удалось собрать 115 тысяч рублей, которые пойдут на лечение детей. Для каждого участника аукциона приобретенная вещь станет гордостью, украшением интерьера, а главное – символом чистого сердца. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. Наши новости.